Всех приветствую, друзья! Наконец-то у меня дошли руки сделать моему адаптеру к мотоблоку крылья, или болотники, другими словами. Все никак. И вот настала зима, потихонечку будем его дорабатывать. Пришел до меня котик. Наверное, будет помогать мне. Вот. Ну вот, друзья, сейчас вам покажу, с чего я их сделаю. А делать буду их с подручного материала. Итак, давайте я вам покажу. Вот, имею такую жерсть. Жерсть вот такую вот с коробочки осталось. Две полоски как раз пойдет на два крыла. Все это дело обрежем. Ну и так как я квадратные крылья не очень люблю, хочется сделать полукруглые. И для них я придумал поставить вот такие бортики. Вот. Вот такие бортики. Сейчас вам вот так покажу. Вот. Это уже будет у нас как каркас. Поэтому каркасу буду ложить жерсть и обваривать полукругом. Вот. С чего я их взял? Сразу приготовил вам. За основу каркаса взято кольцо из такого вот колеса. Мотоцикл МТ-10. Получается, колесо уже не нужное, старое, убитое, можно так его обозвать. Ну и в общем, вот так взял болгарочкой, срезал, и получилась у меня вот эта вот крайняя часть. Вот эту крайнюю часть мы будем наваривать на наши крылья. Ну и в итоге увидим, что получится. Так, сам процесс работы снимать не буду, так как это затяжно, а покажу вам уже результат. Итак, вперед. Так, ну и мы получили такие вот крылья с нашего подручного материала. Значит, смотрим. Вот наши нашивки, наш каркас по краям и обычная жерсть. Здесь так само. Вот, друзья. Ну и осталось нам прикрепить их до нашего адаптера. И наш адаптер будет готов. Поехали дальше. Крепление. Итак, друзья, закончил я свои крылья устанавливать. И, как видим, результат. Сделал крепление на два спереди и сзади. И вот так они у меня теперь смотрятся. Так, ну и давайте поближе. Вот. Самокрепление переднее, вот это заднее. Сразу пробил, вернее, просверлил три отверстия. Позже подцеплю брызговики. Найду резину подходящую и нацеплю. Вот второе наше крыло. Все так же само. Ну, как-то так. Краситься будет уже весной, когда потеплеет. Ну а пока поездим так. Ездим зимой мало, так что пока так побудет. Ну, на этом заканчиваю свое видео. Всем спасибо за просмотр, друзья. Всем пока, до новых встреч. Будем еще что-то делать, творить. Все буду снимать, все буду показывать. Пока.